47 глава книги пророка Иеремии. Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о филистимлянах, прежде нежели фараон поразил Газу. Так говорит Господь: вот поднимаются воды с севера, и сделаются наводняющим потоком, и потопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем. Тогда возопьют люди и зарыдают все обитатели страны. От шумного топота копыт сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес его, отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся. От того дня, который придет истребить всех филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников, ибо Господь разорит филистимлян, остаток острова Кафтора. Оплешивела Газа, гибнет Аскалон, остаток долины их. Доколе будешь посекать, о меч Господень, доколе ты не успокоишься? Возвратись в ножны твои, перестань и успокойся. Но как тебе успокоиться, когда Господь дал повеление против Аскалона и против берега морского? Туда Он направил его.